придумали, как обеспечить Крым водой с помощью переброски с одного водохранилища в другое воды. Ну, тут, конечно, много не перебросишь воды. 60 тысяч кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь. Получается, вот карта такая. Белогорск, Симферополь. А тут Тайганское водохранилище. Оно еще было в 32 году запроектировано. И хотя оно, по идее, небольшое, смотрите, 2 на 28 километра. Всего лишь 4 квадратных километра. А площадь только что-то 2 квадратных километра. Наибольшая глубина 16,5 метров 38 года. Без воды никуда, нигде ничего не сделаешь.